В Отраву прошла экологическая акция по спасению мальков. Река Урал, вышедшая весной из своих берегов, заполонила поймы местных водоемов. А при спаде уровня воды не вся молоть попадает обратно в реку. Большинство оказывается в небольших прудах и рискует погибнуть. Сегодня волонтеры спасли больше 3000 мальков. Работы по спасению мальков начались еще в июне. С тех пор они не прекращались. В этот раз, благодаря молодежному ресурсному центру и волонтерской группе «Тенгжирега», волонтеры собрали мальков из водоемов близ села Талдыколь и выпустили их в природную среду. Этот пруд буквально заполнен мальками. Ежегодно река Урал выходит из берегов, образовывая множество мелких водоемов, в которых рыба успевает отнереститься. И когда вода вновь возвращается в свое русло, появившиеся мальки уже не могут попасть обратно в реку. И им грозит гибель. Мы здесь находимся для того, чтобы этого не произошло, и делаем все, чтобы спасти рыбу. Мы принимаем участие в этой акции с одной целью – спасти будущую рыбу, призывая молодежь региона не оставаться в стороне и пополнить ряды волонтеров по спасению мальков. Мы должны сохранить нашу природу. В спасении мальков приняли участие около 50 волонтеров. Было спасено в общей сложности 3000 мальков. По словам организаторов акции, эти работы будут продолжены. Цель акции – максимально безопасно помочь рыбе переправиться в реку. Ведь именно рыба является одним из источников богатства Атырау. Благодаря активной помощи волонтеров проделана большая работа по спасению рыбы. И эта деятельность будет продолжена. В рамках экологической акции была спасена не только рыба, но и очищена от мусора территория участка трассы Атырау-Урал. Нургуль Абилина, Асланбек Шахыр, Айбек Байзаков, Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау.